Ребятишки, приветик, мои дорогие подписчики! Мы сегодня с вами на канале Супер Развлекательный, и меня заждались мои любименькие котята! Я их просто обожаю! Вон их у меня сколько! Такие хорошенькие! Так, но для начала я хотела бы пособирать все полезности. Кто-то ищет Ромео, кто-то еще что-то ищет, а я ищу много-много золота, чтобы заработать на какой-нибудь драгоценный сундучок. Давай, Джульетта, выбрасывай мне все, что возможно. Я соберу много-много золотых монеток. Вот так. И еще кого потрясли? Может быть, Фрэнсис? О, Фрэнсис тоже очень щедрый котенок. Мы у него все собираем. Так, отлично. Еще немножко золота. И кого еще? Кто еще хочет? Может быть, Робин? Нет, Робин не хочет. А вот моя Кэтнис. Ого, сколько пораскидывала, ребята. Здорово. Правда, по одной, по две? Ну, ничего. И на этом спасибо, правда, Кэтнис? Но я знаю, кто приносит очень много монет. Это же, конечно, наш почтальон. Почтальон принес нам монеток целую гору. Ну, остальные, я так чувствую, придется мне зарабатывать. Ну что ж, пойдемте зарабатывать. Я бы хотела победить во многих квестах, чтобы заработать награды побольше. Вот, например, турнирная рыболовля. Дают аж 265 монет. А за украденное золото дают тортика 10 штук и кристалликов. Неплохо, неплохо. А еще есть мини-турниры, на которые мы тоже можем отправить котят. Ладно, но я-то иду в самый главный, чтобы заработать монет побольше и купить нового котенка. И кто мне для этого нужен? Так, Максимус, Мяузиния, Конан. Да, только Конан у нас 4 уровня. Иди, Конан, сражайся. Начинаем квест. Мы прибыли в гильдию могучих львов. Их крепость просто великолепна. Столько золота, я бы сказала, чересчур. Золота не бывает много. Итак, вы пришли. Я сомневался, что вас хватит на это смелости. Мы вызвали вас, так что за дело. Ладно, первое состязание – рыболовля. Мы хотим рыболовлю. Давайте. Ну-ка, что у нас за состязание такое? Посмотрим. О, смотрите, на море мы еще ни разу не сражались. Так, только у нас 5 волн, ребята, и это мне совершенно не нравится. Ну что ж, давайте попробуем атаковать. Раз, два, три, и монетки собери. Отлично, одну волну отбили. Ой-ой, у меня, кажется, вот этих зельев не очень много. Ладно, буду нажимать, все равно хочу. Вот, ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого было глупо. Раз, два, три. Бу-бух! Три волны. Это хорошо. Так, еще Конана зарядим. Ой, смотрите, он сбивает наши атаки. Вы только поглядите. Вот так вот. Ничего у тебя не выйдет. Мы с тобой, приятель, справимся быстро. Так, энергия, наполняйся, пожалуйста. Ты нам просто необходима. Ух, смотрите, сколько из него полезности сыпется. Нула, ай-яй-яй-яй, он нас поцарапал, вы это видели? Я не смогла напасть сразу. Так, собачка, ничего у тебя не получится. Мы с тобой справимся. Опа! Ой, успела? О, успела, ребята, успела. Последняя волна. Так, отлично. Ну же. Ну-ка, вот так. Успеваем. Только здесь, ого, сколько нужно. Целых 3000. Ну что ж, попробуем еще немножечко посражаться. Нельзя оставлять друзей в беде. Мы с собачкой быстро справимся. Битва окончена. И я получаю свою добычу. Правда, что-то маловато. Всего лишь 30 монет. Куда это годится? Я думала, будет 200 с чем-то.
Но, видать, 200 дают, если я полностью пройду турнир. Итак, открываем сундук. Ну-ка, покажите, сколько монет. Нет, все-таки дали 265 монет. Круто! Святой Клык – это огромная рыба, Конан. Знаю, наверное, мы просто настолько хороши. Помогите мне отнести ее к судье. Куда? Ого-го, кажется, госпожа удачи улыбнулась тебе. Что ж, победа твоя. Ура! Ура, ура, ура! Мы победили? Ура! Все радуются. Какое следующее состязание? Марафон. О, турнирный забег? Круто! У нас новый квест! Но прежде чем посмотреть, мы зайдем вот сюда. Я бы хотела что-нибудь улучшить. Смотрите, еще чуть-чуть, и мы бы могли улучшить уровень доски квестов. Потому что все у нас остальное на 4-м уровне, а вот уровень крепости и уровень доски квестов еще подкачал. Нет, друзья, я хочу пособирать как можно больше и улучшить то, что нам нужно. Поэтому идемте быстрее. Турнирный забег ждет нас. Или, может быть, для начала тортика подзаработаем? Давайте попробуем. Ого, нет, 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 этот квест продлится 2 часа. Я думаю, ребята, что мы его закончим. Обязательно закончим, но только попозже. А давайте попробуем заработать побольше монет и каких-то улучшений. Вот, например, Злобная долина. Мне нравится. Всего лишь 1 минута, и мы получаем какую-то лапку. Итак, Робин, Данго или Кэтнис? Конечно же, Кэтнис, она быстрее будет сражаться и лучше. Здесь у нас, ого, многие хотят, потому что у нас, к сожалению, нету такой силы. Пускай будет Кайл. Так, а вот тут тоже такая же сила нужна. Ну что ж, Конан, идите, ребята, вы должны очень быстро справиться. Я на вас, между прочим, рассчитываю. О, вот они, мои красавчики. Ну давайте, нападайте. Ой-ой, силы совсем мало, она даже набраться не успела. Но я не буду ей слишком сильно пользоваться. Мы сейчас будем побеждать. Ха-ха, так быстро, вот это да. Я даже не успела глазом моргнуть. Что ж, возвращаемся в гильдию и забираем свой сундук с сокровищами. Ну-ка, покажите нам, что у нас тут хорошего. Итак, все готово, сундук открывается. И еще раз открывается. И еще раз открывается. Супер! Для чего нам эта лапа, ребята? О, поглядите, я улучшила свой уровень. И у меня награда 1500 монет. Лапа, бриллиантики и что-то новое. Что-то новое я забираю. И что с этим я могу делать? Давайте посмотрим. Может быть, я смогу развить какого-нибудь котика? Ну, пожалуйста, ну хоть какого-нибудь, но самого маленького котика. О, смотрите, у Максимуса скоро будет эволюция, а остальным еще долго, конечно. Ну что ж, друзья, хотелось бы заработать, конечно, очень бы хотелось бы. А это что такое? А это альбом, альбом тех котиков, которых у нас еще совсем нету. А это что за яйца непонятные? Собрано котов 31. Так, а это что? Собрано котов. Эх, нет, ничего интересного, всего лишь обычный альбомчик. Куда бы мне еще залезть? Эх, все открывается на 8-м уровне. Кстати, а мы на каком? А мы на 7-м. Рынок будет доступен, тоже долго ждать. Эх, 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 ребята, хочется побыстрее приблизиться к самому интересному. Тем более я получаю какие-то фрагменты непонятные. Ну что ж, пойдемте сражаться. Мне же нужно побеждать и начинать свой турнирный забег. Итак, Кэтнис готова и, конечно же, Фрэнсис. Идите, друзья, вы должны быстро справиться. На старт. О-о, они сейчас будут бежать. Внимание, марш! Эй, Конан, что? Посмотри на того могучего льва. И что с ним?
Тот талисман, который он носит, я думаю, он магический. Магическая кость-талисман – это разве не одна из вещей, которая нам нужна? Да, и я думаю, могучие львы используют ее силу прямо сейчас. Что? Они жульничают? Ничего у них не получится. Ни в коем случае жульничать мы им не дадим. Итак, у нас, ребята, опять осталось совсем немножечко. Всего лишь 5 волн. Мы должны справиться. Я вам честно говорю. Опа, вот так. О, у нас новый противник. Так, не атакуй, не атакуй. А, не успели. Да что ж такое-то? Не будет он атаковать. Вот, успела, Кэтнис. Замечательно. Супер, 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 супер. Давай, давай, моя Кэтнис. У нас, между прочим, уже 3 волны. Опа, и золота много. Еще, еще, да, успела, Кэтнис. Супер, у меня получается неплохо даже сражаться. Так, используем еще немножечко силы. Давай, успела. Ребята, я начинаю успевать, и мне это начинает нравиться. И даже Фрэнсис успел. Отлично, у нас 2 последних волны. Давай, Кэтнис, давай, Фрэнсис. Я на вас рассчитываю, ребята. Есть, Кэтнис, успела ударить. О, это, конечно же, волк злобный. Ну, ничего, мы справимся. Мы прямо сейчас справимся. Кэтнис, давай. Раз. Опа. Отлично. Замечательно. Теперь Фрэнсис. Отлично, ребята, у вас получается, котики мои ненаглядные. Давай, давай, давай. А, ударил. Ударил, вы это видели? Он ударил. Вот так. И мы его ударим. Бу-бух. И Фрэнсис. Есть. Успел. Да-да-да. Он напал на мою Кэтнис, а не увидел, что Фрэнсис тут как тут. Я побеждаю, и я зарабатываю очень хорошая добыча. Просто супер! Заходим и посмотрим, что принесли мои симпатичненькие котята. Так, так, золото! Уф, хуф, устали. Извините, ребята, я пришла вторая. Это не твоя вина, Кэтнис. Могучие львы жульничают, правда? А да, они используют магическим талисманом, чтобы ускорить свое участие. Я пойду поговорю с их лидером. Львиное жульничество. 4-й квест и 4-й уровень. Ребята, это круто. Но думаю, что такое огромное путешествие мы с вами совершим в следующий раз. А сейчас я бы хотела пройти маленькие. И пускай мои манюсики герои посражаются. Несси. И кто у меня еще? А, Максимус. Смотрите, пускай будет Максимус. Несси и Максимус. Начинаем квест и побеждаем. Заработаем как можно больше золота. И у нас на море. Отлично. Так, теперь я буду сражаться быстро. Вот так. Ого, как быстро. Не успела отдохнуть, уже победила. Возвращаемся в гильдию, забираем наши монеты. Мы должны пройти все маленькие квесты. У нас должно получиться. Так, заходим. Несси и Максимус быстро победили. Мы забираем золото и улучшения. А еще, ребята, я очень хочу отправить Максимуса еще раз. Но у меня не получится, только Несси. Ладно, пускай идет Несси. Начинаем квест. Несси, ты справишься сама? Я на тебя, между прочим, рассчитываю. У меня еще есть немножечко сил, чтобы побить. О, мне они не нужны были, я быстро побила. Итак, возвращаемся в гильдию и забираем нашу награду. Несси, я так хотела попробовать твою силу, у меня никак это не выходит. Открывайся, сундучок, давайте нам монетки. Так, и последнее, последнее маленькое путешествие. Давайте еще раз возьмем Несси и, может быть, Робина попробуем. Все. Начинаем квест. Несси, Робин, покажите свою силу. Я даже нажимать ни на что не буду. Вы просто покажите свою силу. Да побыстрей. Ой, одна волна. Они не успеют ничего показать. Так, быстренько, быстренько, Несси, быстро, быстро. Я хочу хотя бы Несси попробовать. Ну ладно, пускай будет Робин. О,
Бу-бух, я не посмотрела, как же Робин стреляет. Это уже интересно. Ладно, главное, что мы добыли очень много материалов. И я, между прочим, хочу посмотреть, может быть, нам удастся... Да, уровень крепости повысить. Я хочу, я повышаю. Давайте посмотрим, какая она стала. Очень даже симпатичная. Жалко, что уровень котика мы повысить не смогли. Очень жалко. Ой, поглядите, избранная... Кайл? Что это значит? У Кайла появилась звезда. И у Максимуса тоже. Представляете? А что бы это значило, напишите мне в комментариях. Мне очень интересно узнать. Ну а сейчас пришло время познакомиться с новеньким котиком. Ой, смотрите, погодите, мы еще кое-что улучшить можем. Вот, давайте попробуем материалы поулучшать. Ну-ка посмотрим. Ох, какая мощь и красота. Так мне работать очень даже нравится. А мы с вами забыли забрать награды с прошлого нашего квеста. Забираем награду. И я бы хотела бы еще отправить на двухчасовой квест. Ну-ка, котики, покажитесь, кого лучше всего отправить. Конечно, самых сильных. Конан, Несси, кстати, она стала второго уровня. И кого-нибудь еще. Может быть, Фрэнсиса или Кэтнис? Кэтнис немножко устала, пускай будет Фрэнсис. Все, начинаем квест. Ой-ой, кажется, для этого квеста мне нужен вот какой навык, а у меня его совершенно нету. Что же делать? Ребята, я знаю, что делать. Я буду надеяться, что мне попадется какой-нибудь котенок. Буду очень на это надеяться. Для начала соберем золото, а еще супер коробочку. Вы только посмотрите, сколько улучшений! Может быть! И что же я выиграю? Давайте сыграем разочек. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Коробочка, коробочка, открывайся. Давайте что-то классное, что-то классное. Раз. О, какие-то нитки. Эх, я бы хотела огонечек получить. Ну да ладно. Мы с вами сейчас будем покупать супер коробки. Посмотрите, мы с вами можем открыть абсолютно все коробки. И может нам попадется котик той силы, которая мне нужна. Итак, начинаем с самой обычной. Открываем ее. Привет, котенок. Да, Мурсила. Обычная коробка. Ребята, эта сила, кажется, у нас ее еще нету. Мурсила, добро пожаловать, я рада. Новая сила, но не та, что мне нужна. А давайте откроем еще одну обычную коробку. Давай, 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 давай. Граб. О-хо-хо-хо. Вы посмотрите, какой он смешной. Этот самый граб. У него такие клычища. Граб, ну твоя сила у меня есть. Хотя мне очень нравится этот котик. Что ж, пора нам открыть коробку редкую. Покруче коробочка должна дать нам что-нибудь. Малявка! Ох, какая кошечка! Вы только поглядите! Правда, эта сила уже есть. А вот вторая сила. Почему у малявочки она не светится? Может, ее нужно развивать, чтобы она использовала вторую силу? Это мы посмотрим. Ну а сейчас последняя. Самая крутая коробка. И я надеюсь, что это будет мега крутой котик. Я ведь трачу почти все свои кристаллики. Ого! Булыжник! Кот-булыжник! Правда, эта сила у нас тоже уже имеется. Ну что ж, он первого уровня. А когда немножечко подрастет, станет второго и третьего, у него прибавится еще одна сила, ведь он очень редкий. Ребята, поглядите на всех моих котиков, они просто потрясающие. Если вам тоже нравятся мои котики, а еще эти замечательные истории в игре Castle Cats, тогда не забывайте подписываться на канал
супер развлекательный и жать колокольчик. Я вас жду здесь каждый день с вашими любимыми играми. Чао, какао!